Углы треугольника относятся как 2 к 3 и к 4. Найдите меньше из них. Ответ дайте в градусах. Перед нами геометрическая задача, поэтому мы ее оформим как геометрическую задачу. Чертежик. Дан треугольник ABC. И запишем дано. Дано треугольник ABC. Наши углы, а это угол А, угол Б и угол С, относятся как... Угол А относится к углу Б, относится к углу С, как 2 к 3 и к 4. Нам нужно найти меньший угол. Найти меньший угол. Решение. Перед нами треугольник ABC. Мы используем наши условия. Мы видим, что угол А относится к углу Б и к углу С, как 2 к 3 и к 4. То есть перед нами отношения. Наши углы относятся к данным числам. Поэтому мы ведем коэффициент пропорциональности x. Ведем коэффициент пропорциональности x. Тогда наши углы будут следующие. Угол А на первой позиции стоит двойка, значит будет 2х градусов. Угол Б, соответственно, это 3х градусов. И угол С 4х градусов. Обозначим все на чертеже. Это у нас 2х градусов, это у нас 3х градусов, это 4х градусов. Мы знаем, что сумма углов треугольника равна 180 градусов. Это свойство углов треугольника. Поэтому мы пишем, что угол А плюс угол Б плюс угол С равно 180 градусов. Это по свойству углов треугольника. По свойству углов треугольника. Подставляем наши данные. У нас получается 2х плюс 3х плюс 4х и равно 180 градусов. Упрощаем. 2х плюс 3х это 5х. 5х плюс 4х это будет 9х. 9х равно 180 градусов. Значит, наше х равно 180 мы делим на 9, то есть 20. Мы нашли коэффициент пропорциональности, а наша задача найти меньший угол. Меньший угол будет соответствовать меньшему коэффициенту, то есть получается, что это будет угол А. Поэтому пишем цифра 3, угол А равен 2 умноженное на 20. Получили 40 градусов. Записываем ответ. Меньший угол нашего треугольника равен 40 градусов.